не знает город невест, еще о нем услышит. В большом интернет-голосовании проекта «Город России. Национальный выбор» у столицы текстильного края уже больше 5000 голосов. Сейчас Иваново на 32-м месте в рейтинге из 83. Наши соседи Ярославль и Кострома на 8-й и 10-й строчках соответственно. В первой тройке сейчас Владикавказ, Владивосток и Нальчик. Для чего нам надо там принимать участие? Да для того, чтобы лишний раз напомнить о том, что есть такой город Иваново, что он действительно достойный город, что действительно стоит сюда приехать, если говорить о туризме, которым мы сейчас достаточно активно занимаемся, то привлечь сюда людей, которые еще не были в городе. Голосование проводится на сайте город-россия.рф. Можно голосовать хоть ежедневно, но один раз в день. И тем самым мы будем поднимать рейтинг нашего города по сравнению с другими, которые уже достаточно известны и прославлены.